Начинаем концерт, посвященный 165-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Исполнители. Народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии имени Глинки, солист Саратовского академического театра оперы и балета Леонид Сметанников. Партию фортепиано исполняет профессор университета Байола Лина Таргонская, Соединенные Штаты Америки. Цезарь Кюи. Желание. Цезарь Кюи, как мощный бурный вихрь. Как мощный бурный вихрь с небес далеких властно сгоняет облаков гнетущий властный ряд и чуть броню. Ночное небо ясно, и звезды чудные сияют и горят. Так из души моей ты гонишь, дорогая, все мысли мрачные, всю злобу навсегда. Мне сердце очищая, горит твоя любовь, как яркая звезда.
Цезарь Кюи. Соскосельская статуя. Цезарь Кюи, у врат обители святой. Чайковский, то было раннею весной.
не парил зной, и зелень рощ сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий. Чайковский. «День ли царит?» Я жизнь загубя, знаю.
знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни и силы все для тебя. Чайковский, нам звезды кроткие сияли.
Чайковский, серенада Дон Жуана. Сергей Рахманинов. Она как полдень хороша. Она закат.
Сергей Рахманинов, я опять одинок. Как светло, как нарядно весна. Погляди мне в глаза, как бывало, и скажи, отчего отчего ты так ласково стала? Но молчишь ты слабо, как цветок. Молчи, мне не надо признания, я узнал эту ласку прощания. Я опять одинок. Сергей Рахманинов, вчера мы встретились. Yes.
Сергей Рахманинов, я был у ней. Георгий Свиридов. Утро в Москве.
Георгий Свиридов, подъезжая под Ижорой. Подъезжая под Ижорой, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, на колен моих пред вами преклонить я не посмел, и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел, упиваясь неприятно хмелем светской суеты. Позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение, стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет по-прежнему следу у ваши мирные края, через год опять заеду и влюблюсь до ноября. Георгий Свиридов, «Русская песня». Ко мне.
Ох, ох, пришел миленький ко мне. Ой, я не медлил ни часа. Георгий Свиридов. Застольная песня. В вине и счастье и обман, полна душа, но пуст карман. Любви не долог дивный плен, а человек и прах, и тлен. Для радости нам жизнь дана, и хоть забот она полна, пока стучится в жилах кровь, вкушай вино. Когда хрустальный слышен звон, дилин-дон-дон, дилин-дон-дон, в бокалах пенится вино и освещает влага дно, и сердце серенады жгут, и за углом красотки ждут, и снова молодость светет. Старуха смерть нас подождет. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля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 , тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Композитор Дороднов на стихи саратовского поэта-песенника Николая Палькина. «Случайная встреча». Шампанского полный бокал.
бокал. И нежная музыка вальса, как долго тебя я искал, как поздно твой след отыскался. Дай Бог, чтоб твой голос живой звучал с каждым разом приветней. И первая встреча с тобой, дай Бог, не была бы последней. И первая встреча с тобой, дай Бог, не была бы последней. Я влагу морозную пью за очи твои огневые. Безумно тебя я люблю, хотя тебя вижу впервые. Дай Бог, чтоб твой голос живой звучал с каждым разом приветней. И первая встреча с тобой, дай Бог, не была бы последней. И первая встреча с тобой, дай Бог, не была бы последней. Смотрю в дорогие черты, никак не могу насладиться. А может быть, ты и не ты, и мне это все только снится. Дай Бог, чтоб твой голос живой звучал с каждым разом приветней. И первая встреча с тобой, дай Бог, не была бы последней. И первая встреча с тобой. Дай Бог, не была бы последней. Дай Бог.
Вот видите, какое событие. Николай Павлович. Да, он не работает, микрофон. Это так. А он не работает. Да, он для телевидения. Да, ну что же, я просто не могу удержаться, чтобы... Ну, во-первых, вы понимаете, что я полон благодарности и автору музыки, и, конечно, нашему великому исполнителю. И вам тоже большое спасибо. Ну, я давно уже разучился говорить прозой, поэтому я прочитаю вот какое стихотворение. Называется «Облака». Мешает там что-то, да? Да. «Я завидовал вам, облака, я завидовал, как вы летели, и оттуда с небес, свысока, с превосходством на землю глядели. Любовался я вашей игрой при ненастной ясной погоде, и зажатой земною судьбой я завидовал вашей свободе. Хорошо было вам в небесах, но однажды я все же заметил, как буквально у всех на глазах повернул вас изменчивый ветер. Без усилий, почти без труда повернул и погнал в край холодный. И я с грустью подумал тогда, что и вы, облака, не свободны. Даже вам, что близки небесам, каждый случай дорогу дарует не туда, куда хочется вам, а туда, куда ветер подует». Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Так вот, я хочу сказать, этот человек шел по жизни и идет по жизни, и я ему желаю, чтобы и дальше он шел по жизни. Не туда, куда ветер подует, а туда, куда ему хочется. Спасибо. Спасибо. Русская народная песня «Выйду на улицу». Крепким сном девки саратовские гуляют под окном. Только задремлешь, девчата, тут как тут, в окна стучатся, на улицу зовут. Только задремлешь, девчата, тут как тут, в окна стучатся, на улицу зовут. Thank you.
Теперь под вечер аж пятки горят, ноженьки крепкие в пляску хотят. Я пойду на улицу к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Я пойду на улицу к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Слышишь, соловушка поет, а там под горою пляска идет. Доброму молодцу спать не дают, и девки голосистые сладко поют, а к доброму молодцу спать не дают. Эх! Старинный русский романс только раз бывает в жизни встреча. Роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованную сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить, и сейчас в холодный этот вечер мне так хочется. Любить.
синева заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная когда-то, где во мне будившая мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить. И сейчас в холодный этот вечер мне так хочется спасибо.
хотел бы продолжить эти пожелания, добрые пожелания нашей встречи, то, что эти наши встречи – это праздник души прежде всего для нас, как музыкантов, как исполнителей и, конечно, наверное, и для вас, как слушателей, потому что, вы знаете, высокая гармония, высокие чувства, которые здесь вот рождаются в этом зале, на концерте, это объединяет нас и духовно, и мы богаты. И мне приятно особенно, что сегодня у нас на концерте находится мой духовный наставник, отец Лазарь, мне очень приятно. Спасибо вам, что вы пришли, нашли время. На фестиваль приехали с разных уголков, из Самары и так далее, и так далее. Вот. И мне хотелось бы еще сказать хорошие слова в адрес моего друга, который вот в центре стоит, Николай Басин, который уже сколько лет, мы с ним дружим. И сейчас вечером буквально будет спектакль. Он директор театра «Балет Москва». И сейчас вот, мы будем сегодня вечером смотреть. Так что у меня тоже праздник души, праздничное такое настроение. И как я выступал всегда с Розалией Труху, Царство Небесное, она всегда говорила, главное не то, что ноты написаны и как исполняют, а главное вот настроение. Главное, чтобы музыка была, вот, настроение было, чтобы переживали все, вы переживали. В зале переживали, чтобы была атмосфера. У нас сегодня атмосфера вот такая музыкальная была. Было хорошее, прекрасное настроение, радость большая. И мы все на таких концертах, я вот так думаю, и отец Лазарь со мной согласится, мы очищаемся, конечно, душой. Но тем не менее, мы больше, конечно, очищаемся церкви. Но на этих концертах тоже происходит такое очищение души, гармония, прекрасно все здесь. И поэтому хотелось бы, чтобы такие концерты продолжались, и чтобы это прекрасно было всегда у нас в душе, и чтобы мы встречались, мы тоже души, вот родственные у нас, и мы будем встречаться с вами чаще. Мне очень приятно с вами встретиться. Спасибо большое. Наш концерт закончился.